В лесочке над речкой построена дачка. На дачке живет небольшая собачка. Собачка довольна и лесом, и дачей. Но есть огорчения в жизни собачьей. Во-первых, собачку слегка раздражает, что дачу высокий забор окружает. Не если бы этот противный забор, то с кошками был бы другой разговор. Собачка думает, что люди забыли придумать собачкам автомобили. Собачка обиды терпеть не желает, она на машине отчаянно лает. Ей грустно смотреть на цветочные грядки, они у хозяина в таком беспорядке. Собачка однажды их славно вскопала. И вы представьте, такое попало. Хозяин собачку за стол не сажает, и это, конечно, ее обижает. Не так уж приятно приличной собачке сидеть на полу, ожидая подачки. Ну дайте собачке кусочек печенья, и сразу закончатся все огорчения.